бенгальские огни. Ничего не было у нас с тобой, ничего. Как же это ничего перепахало твою душу вдоль и поперек? Это ничего разрушило все преграды и перегородки внутри меня, превратив меня в пылающий, трепещущий энергетический сгусток. А моя телесная оболочка — это всего лишь привычная матричная видимость меня для тебя. Да ты и не видишь ее. Наверное, из этого ничто и рождаются все видимые миры. Или кто-то творит их, зажигая бенгальские огни на Новый год, рассыпающиеся в ничто божественными, одухотворяющими логосами искрами.